Аэропорт Иваново сможет принимать международные рейсы. Соответствующее распоряжение 3 июня подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Теперь вместе с Министерством транспорта и профильными федеральными ведомствами власти Ивановской области будут разрабатывать проект технического оснащения аэровокзала. Также предстоит продумать организацию пункта пограничного таможенного контроля. Павел Коньков отметил, что от руководства Ивановского аэропорта ждет предложений по географии перелетов и возможности осуществления грузовых перевозок воздушным путем. В аэропорту предстоит сделать многое, чтобы перейти от почетного статуса международной в теории к практике. Принятое правительством России решение открывает для региона целый ряд перспектив. В целом аэропорт сегодня готов к принятию международных рейсов. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать самолеты практически всех типов, и соответствующая инфраструктура, а также удачное географическое расположение – это наши преимущества.